Откладывать уже нет времени. Отстающие в графике подготовки к зиме управляющие компании пригласили на очередное 10-е совещание окружной комиссии, которая работает в преддверии отопительного сезона. 30 обслуживающих организаций отчитались о темпе работ. Жилой фонд они должны сдать не до первых холодов, а до 1 сентября. Таково поручение главы округа. По-прежнему остаются проблемы с мелкими компаниями. Это всякие ТСЖ и ЖСК, в которых по одному-два дома. Сегодня на вечер я их всех отдельно еще для себя вызываю. Будем проводить с ними разъяснительную работу. Может быть, дадим им некие методические рекомендации. Ну, я думаю, наши теплосети им также поспособствуют, подскажут, как правильно готовиться к зиме. Впрочем, и не все крупные УК завершили промывку и опрессовку систем теплоснабжения в обслуживаемых домах. УК ДЭС на встрече доложила, 114 из 179 сданы. Остальные паспорта готовности в теплосети на рассмотрении. Около 10, что называется, в процессе. У МУП РСП почти столько же домов, готовы больше половины. 171 дом. К четвергу подготовим, передадим в администрацию по списку дома по Архангельскому и по Чернему. ГЖИ от коммунальщиков Красногорска приняла больше 300 паспортов готовности многоквартирных домов на прошлой неделе. Всего в муниципалитете их 1500. По данным управления ЖКХ, 80% из них к зиме готовы.